В Актюбинской области нашествие саранчи. Полчища вредителей сняли на видео жители Иргизского района. Насекомые двух видов, итальянский прус и азиатская, оккупировали почти 700 тысяч гектаров в шести районах области. По словам специалистов, в регионе пик распространения саранчи. С вредителями борются с помощью химических препаратов. При этом обработать предстоит территорию в 7 раз больше, чем в прошлом году. Завершить работы планируют к середине июля. Обрабатываем технику Ан-2, авиация, потом идет ГАРД, аэрозольный генератор, и наземный вентиляторный опрыскиватель. На постоянной основе проводят мониторинг закрепленной местности, в том числе посевов. Угрозы посевов на сегодняшний день нет.